там есть. Смирно. Здравствуйте, богатыри! Здравствуйте! Ну что ж, разрешите поздравить вас с началом наших соревнований, вернее, с продолжением. Вчера вы знаете, что вы выступили у нас, и Ступина, Кашира приезжала, сейчас остались одни наши атлеты. Вы знаете, что у нас одни последние соревнования в этом году, у нас еще будет новогодний турнир, который будет 26 или 25 декабря. Но до этого 96 год, 18 декабря, поедет в город Орехово Зуево. Там у нас будут еще соревнования. Первенство Московской области 96 и моложе. Вот. Но самые основные соревнования это у нас будут в следующем году, 22 января, у нас на Ольгинской. Первенство Московской области среди юношей и девушек до 20 лет. Это 92 год и моложе. Вам придется выступать, защищать честь нашего города, района. Ну а сейчас главный секретарь представит, кто в каких категориях выступает. Среди девушек в категории 75 килограмм выступает Щеглева Наталья. Среди мужчин и юношей в категории 56 килограмм выступает Масленников Геннадий. Операция была здесь, была известная. В категории 69 килограмм Гуляна Ганес. Румынин Виктор. Резников Юрий. В категории 77 килограмм Густаров Леонид. Назаров Антон. И мастер спорта, ветеран тяжелой атлетики города Видное, Филатов Сергей. В категории 85 килограмм Волков Федор. Шенгелия Нела. Мамаразыков Айбек. И мастер спорта Корык Алексей. В категории 94 килограмма мастер спорта Петросяна Ганес. В категории 105 килограмм Попов Иван, Иван Григорий. И в категории свыше 105 килограмм Родченко Иван. Все, представление закончено. Налево, на размер. Не спеши. Итак, Масленников Геннадий, 45 килограмм, третий подход. Готовится Щеглева. Опустите защиту. Все, Геннадий? 50 на штангу. Масленников Геннадий закончил с результатом 45 килограмм. Щеголю Наталья, первый подход. Готовится Родченко. Да.
Опустить вес защиты. Родченков Иван. 50. Родченков Иван.
все было готово к четвертой подходу. На 57 готовится Родченко. Килограмм на штанге, Резников Юрий, первый подход, готовится Волков. Опустить вес защиты. На 65 готовится Резников. Готовится Резников. Вот он. Я же вызвал. Подход неудачный. Поправить. Назаров Антон. Готовится Волков Федор на 60. Справился с этим.
60 весом Антон. 60, поставьте пока. Гонка Фюрер, третий подход. 55, готовится Резников. Опустите в защиту. Шагели Гела.
Готовится Назаров. Опустите вес. 75 на штангу. А, нет. Нет. Назаров Антон. На 75 готовится Попов. Опустить вес защиты. 75 на штангу. Попов Иван. Первый подход. Готовится Буля. Опустите вес защиты. Гуляна Ганес, второй подход. Готовится Румыния. Опустить вес защиты. Румынин Виктор. Готовится Назаров. Еще две попытки у него. Назаров Антон, четвертый подход. Готовится Румыния. Опустите вес защиты. Румынин Виктор, третий подход. Готовится Гусаров. Четыре подходки на него. Восемь.
Опустите ее защиту. Восемьдесят на штангу. Гусаров Леонид, первый подход. Готовится Маморазыков. Опустите вес защиты. Маморазыков Айбек, первый подход. Готовится Шенгерия. Опустите вес защиты. Шенгелия Гела. Второй подход. Готовится Гуля. Готовится Попов Иван. Еще две попытки у него есть. Попов Ува. Готовится Гуля. Опустите ее защиту. Гуля Нагане. Готовится Шенгелия. Thank you.
Опустить вес защиты. Сергей Гела. Готовится Румынин. Опустите вес защиты. Румынин Виктор, четвертый подход. Готовится Назаров. Шагели будет еще поднимать? Нет. Шагели дело закончилось с результатом 80 килограмм. Диваров Григорий, первый подход. Готовится Гусаров Леонид. Попытки есть.
Гусаров Леонид, второй подход. Готовится Маморазыков. Опустить вес защиту. Маморазыков Байбек. Готовится Попов. Гусаров сколько идет? 90 гусаров. Опустите вес защиту. Попов Иван, третий подход. Готовится Гулян. Опустить вес защиты. Молодец. Гулян Аганес. Все, закончил? Да. Попов Иван закончил с результатом 85 килограмм. Гулян Аганес, четвертый подход. На 90 готовится Филатов. Неудачный подход. Все, да? Все. 90 на штангу. Гулян Аганес закончил с результатом 80 килограмм. Выполнит мастер спорта, ветеран
тяжелоатлетики нашего города Филатов Сергей. Опустите защиту. Диваров Григорий, второй подход. Готовится Гусаров. Опустить вес защиты. Гусаров Леонид, третий подход. Готовится Мамара Зыков. Опустить вес защиты. Мамаразыков Айбек, третий подход. На 95 готовится Филатов. Опустить вес защиты. Килограмм на штанге, мастер спорта Филатов Сергей. Готовится Гусаров.
Опустите ее в защиту. Гусаров Леонид, четвертый подход. Готовится Маморазыков. Четвертый подход. Гусаров Леонид закончил с результатом 95 килограмм. На 100 килограмм готовится Карыч Алексей. Неудачный подход. Все? Да, еще раз. 100 килограмм сверху поставьте. Ножку ладно? Нет, сверху не соскакивай. Корычка Алексей, первый подход, мастер спорта. Готовится Петросян. Опустите в защиту. 105. Филатов Сергей. На 100, на 100. Филатов Сергей, третий подход. Готовится Диваров. Опустить вес защиты. Диваров Григорий, третий подход. На 100. Филатов Сергей закончил с результатом 100 килограмм. На 95 готовится Маморазыков. Thank you.
покорил этот вес, Григорий. Пойдет еще? 95 пока поставьте. Мамаразыков Айбек, пятый подход. Готовится Диваров. Опустите защиту. 100 на штангу. Мамаразыков Айбек закончил с результатом 95 кг. К весу 100 кг вызывается Диваров Григорий, четвертый подход. На 105 готовится мастер спорта Корытько. Опустить вес защиты. 105 на штангу. Диваров Григорий закончил с результатом 100 кг. К весу 105 кг свой второй подход выполнит мастер спорта Корытько Алексей. К весу 110 готовится мастер спорта Петросян. Опустите в защиту. 110 на штангу. Сверху, да? Пет... 110 кг на штанге. Мастер спорта Петросян Аганес. Первый подход. Готовится Корытько. Опустить вес защиты. 110 на штангу. Ой, 100. Не-не-не. Остается. Корытько Алексей, третий подход. Замок. Замок? Килограмм на штанге, мастер спорта Корытько Алексей, третий подход. На 120 готовится Петросян.
Опустите вес защиты. 120 на штангу. Каратик Алексей закончил с результатом 110 килограмм. Большие, снимайте. Да? Большие, да? Может, он пятерки добавит. Вот пятерки, вот эти красные пятерки добавит. Итак, 120 килограмм. Свой второй подход выполнит мастер спорта Петросян Аганес. Опустить вес защиты. 130 на штангу.